вещества, психотропные вещества и предметы, запрещенные либо ограниченные в гражданском обороте территории Российской Федерации. При привлечении лиц с разрешения проведения оперативного расследования мероприятий. Где находится? Зеленая куртка в шкафу. Карман. Снимай. Туда внесем. Бабой, да? Да. Где у вас предметы, которые служили для фасовки? Весы, изолента? Где шкафу еще раз? Наверху. Самый верхний. Почему вас задержали сотрудники полиции? За дело. За какое дело? За распространение. Распространение чего? Наркотиков. Каким способом вы распространяли наркотики? Способом закладок. Где оборудовали закладки? Да где попал. Вы оставляли закладки с наркотиками в памятных местах, на кладбище? Нет. В каком виде вам наркотик приходил? Завернутый полиэтилен. Одним свертком? Да. А каким образом он вам наркотики доставлял? Транспортными компаниями. Доставка на дом, либо вы приходили в пункт доставка выдачи? Доставка на дом. Ну, хорошо. В какой упаковке были наркотики, которые вам доставляли транспортной компании? Ну, допустим, там кроссовки прислали. В кроссовках было. В чем еще? Бывало в подушке. В подушках? Подушка, да. Указывает на сверток изоляционной трансленты, вот здесь, в котором находится твой наркотик, да. Который ты поместил путем в руин тайника закладки, правильно? Просто бросил. Просто бросил, незадолго до задержания.